Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы с вами опять присутствуем на вебинарах компании Travel Connection Union. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных Гран-Канария. Сегодня у нас вторая лекция. Она будет посвящена югу острова. На прошлой неделе у нас была первая лекция. Мы говорили о столице и о севере. Сегодня мы путешествуем на юг. Больше внимания уделим именно югу острова, его отельной базе. Хочу вам сказать, что в течение вебинара вы можете задавать свои вопросы в чате, мы их видим. И в конце наши спикеры Виктория Заринская, представитель туристического офиса Гранд Канария, и Валентина Григорьева, представитель компании Neo Travel, которая специализируется именно на отдыхе на Гранд Канария, ответят на эти вопросы. Пожалуйста, пишите вопросы в чат, пишите ваши комментарии, мы их будем видеть. И уже, как я сказала, в конце ответим. Также я напоминаю, что для участия в финальном тесте, который будет после всех четырех лекций, необходимо не только ответить на вопросы, но и быть подписанным на социальные сети Гранд Канария. Мы их также высылаем всем нашим участникам. И финальное, как я сказала, после всех четырех лекций это тест, и самые активные участники, те, кто задают вопросы, кто присутствует на всех вебинарах, ну и, конечно, пройдет финальный тест, будут приглашены в прекрасный тур, который для нас подготовил туристический офис Гранд Канария. А сейчас я приглашаю к нам в нашу виртуальную студию Викторию Заринскую, представителя туристического офиса Гранд Канария, который начнет нашу вторую лекцию. Виктория, мы вас ждем. А, уважаемые слушатели, я еще раз напомню, что если вдруг вы прерветесь, не сможете до конца прослушать нашу лекцию и так далее, ну, мало ли, мы все работаем в офисе, к нам приходят клиенты, поэтому мы всегда высылаем наши лекции вам в записи. Вот к нам присоединилась Виктория. Виктория, добрый день. Меня слышно? Да, Виктория, да, вас слышно. Но так как вы сказали, что сегодня мы путешествуем на юг, в общем-то, у нас со словами дело не расходятся. Показываю. Ну вот, за Викторией прям такой же пейзаж, как и за мной. Только за мной виртуальный, а за Викторией настоящий. Да, так что, чтобы вы понимали, что оно есть, что это не сказки и не графический рисунок, оно таки есть. Доброе утро всем, кто меня слушает сейчас, кто в записи, всем очень рада. Я хотела бы, первое, что я хотела, сейчас я присяду, чтобы было видно хорошо и вам, и мне. Так вот, давайте поговорим о том, что такое Гран-Канария, почему это материк миниатюре. Потому что первое, куда поедут люди, и почему приехала сюда я, на Канары, это именно потому, что здесь климат. Климат совершенно потрясающий. Здесь есть все. Здесь есть дюны, как вы видели. Здесь есть реликтовые леса. Здесь есть горы выше облаков. Здесь есть город с музеями и шопингом. И просто надо знать, какие интересы у ваших клиентов. Например, если вы помните, в прошлом вебинаре я была в центре столицы, и у нас было такое серенькое небо. Дело в том, что очень часто климат этого города называют идеальным климатом, потому что не всем подходит яркое солнце. Кто, например, там щитовидкой страдает, какие-то еще заболевания, где хочется к морю и к солнцу, но яркое солнце противопоказано. Кто просто, вот как я, устал от яркого солнца? Для этих людей, конечно, север острова и столица со своим роскошным пляжем просто идеально. А кто хочет приехать вот просто лечь на дюны и сказать, я вот здесь вот отдыхаю, тогда это, конечно, на юг острова. Для того, чтобы вы понимали и видели эту картинку, я попрошу Машу поставить наше первое видео. Как я говорила, мои лекции, они базируются все на видео, для того, чтобы вы это не только слышали, но и видели. Маша, пожалуйста, поставьте первое видео. Thank you.
можно закончить видео на этом, потому что действительно Гран-Канария, она, ну, господи, это все Канары. Понимаете, да, что не использовать такой пейзаж, это грешно. Тем более каждый остров, он уникален по-своему, в каждом есть своя изюминка, абсолютно черный, графичный, оформленный художником Лансароте нашей провинции Гран-Канария. Или бесконечные пляжи Форт-Авентуры, 104 километра белейшего песка. Или вот вам естественные белые дюны сахарского песка, миллионы лет навиваемые на этот остров. Я повторюсь, что белые пески естественного происхождения находятся на островах только провинции Лас-Пальмас. Дальше острова Тенерифа, Эль-Еро, Ла Гомера, Ла Пальма вынесены в Атлантику. Там большие глубины, и там, естественно, белых пляжей нет. На островах нашей провинции есть и черные пляжи, и белые, и галечные, и песочные. То есть, пожалуйста, на любую посмотрите, что вам нужно. А теперь мы, собственно говоря, поговорим о рыбах. Я хочу попросить Машу поставить следующее видео. И там будет написано видео. Мы так проезжаем и показываем вам, где какой курорт. А позже Валентина расскажет более подробно, где какие отели. Я вам просто показываю видео, чтобы у вас был такой видеоряд, чтобы вы понимали, о чем потом вам будет рассказывать Валентина. Маша, поставьте, пожалуйста, видео курорта Юга.
Так вот, если, например, в столице нашего острова, как я говорила, немножечко туманно, но при этом тепло, уютно, красиво, это так называемое, над нами висит, как говорят местные, брюшко осла, такие дучи, у которых нежный такой серенький животик, и защищает нас от яркого солнца, но это не значит, что оно всегда висит, то есть довольно часто там тоже яркое солнце, то через 15 минут от столицы в районе аэропорта уже начинается, мы въезжаем в полосу яркого света и дальше двигаемся на юг. Когда-то в самом начале, когда только появлялся туризм, это 50-е годы прошлого столетия, именно здесь, в Мас-Паломосе, начинается тема wellness. Один итальянский врач, он решил использовать уникальные климатические условия Гран-Канарии и создает целую сеть таких вот wellness. Мы потом сделаем видео, мы специально проедемся по всем, чтобы рассказать вам более подробно. И тогда в это время возникает такой курорт Сан-Августин. Именно там, когда говорили о золотом гламуре, о дорогих, о миллионерах, прогуливающихся по улицах, которые очень напоминают фильм «Джази, только девушки», когда ездили на рыбалку за миллионерами, это был Сан-Августин. Сейчас это уже старый курорт, уже потерял свое значение. Там действительно очень красивый золотой песок, небольшая бухта, хорошие отели. Но вот такая состоятельная публика переместилась в новый отстроенный Меланерос. Он находится вот так вот вдоль дюн, уходите туда и попадаете в район дорогих отелей. Мы с вами мы покажем вам видео о некоторых отелях юга, которые мы выбрали. Но здесь есть все. Например, зная, что у вас едет молодежь, я бы посоветовала выбрать вам Playa de Inglés, да, где начинает жизнь. Если у вас респектабельная публика, тогда это будет район Меланерос. То есть здесь есть все для всех. Мы так и позиционируем наш остров. Все для всех. Маша, поставьте, пожалуйста, следующее видео. Меня видно и слышно, да? Был вопрос, задавали такой вопрос, есть ли у нас клубы прямо на берегу? Да, они есть. Это Анфидельмар и Амадорес. Они находятся прямо, ну, естественно, прямо на берегу. Это два курорта, где неестественные белые пляжи, была просто прелестная бухточка, их застроили хорошими отелями, их там несколько, и насыпали туда песок, который привезли из Сахары. Это вот как раз три курорта, где насыпали песок, для того, чтобы было удобно, где пологий вход в воду, где гасится волна, где хорошо с детьми, где спокойная вода. Я очень попрошу Машу поставить наше следующее видео, чтобы вы не только слышали, но и видели. Маша, пожалуйста. Thank you.
It's a very must be in Gran Canaria nowadays, with the atelier at the bar and the restaurant, if you have the breakfast. Вот это видео, которое мы вам показали, это был отель «Богемия». Он совсем рядом находится отсюда, где я нахожусь, возле дюн. Оттуда и прекрасно видны дюны. Почему я выбрала именно этот отель? Мы показали вам ряд отелей, а «Богемия» я выделила отдельно. Хочу вам сказать, что во время вебинара мы не в состоянии показать и рассказать, и показать все видео. Поэтому, именно поэтому подписывайтесь на наш канал, потому что мы там выставляем и общие видео, и для тех отелей, которые мы выбираем, мы стараемся как можно больше сделать эти видео, мы тоже ставим туда отдельно. То есть можно нажать кнопочку и посмотреть, как выглядит этот отель. Всю информацию более подробно вы получите от Валентины. Так вот, отель «Богемия» выступил с очень интересным концептом. Вот все отели как отели, есть лакшери, то есть все соответствуют своим там 4 звезды, 3 звезды, 5 звезд. Но, конечно, в свое время Гран-Канария делала ставку именно на лакшери отели. И в связи с этим они строили меньше отелей, а больше вилл роскошных и апартаментов. Но вот отель «Богемия», он интересен тем, что у него во время пандемии было 2 человека, а закрыт он не был во время пандемии, то есть люди продолжали ехать, это был национальный туризм, ну, когда локдаун закончился, естественно. Там на каждого туриста 2 человека персонала, а в обычное время, то есть вот сейчас, 4 человека, обслуживающие персонала на одного туриста. Там есть такой сервис, который не предлагают другие отели. И там довольно интересный, конечно, внутренний дизайн, вы это увидели сами. Итак, поселились в отеле, посмотрели курорты. Это вы выбрали. Выбрали климатическую зону, выбрали курорт, выбрали отель. Сейчас вы этим будете заниматься вместе с Валентиной, а дальше надо посмотреть остров. Так вот, предлагаем один из маршрутов. Пример маршрута, у нас их несколько этих маршрутов, они все видео выложены довольно подробные на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях. Но вот сейчас, например, отсюда мне удобно было бы поехать, я люблю историю, и я бы поехала, посмотрела, как же здесь жили аборигены, чем они занимались, где они жили, как это все выглядело. И недалеко отсюда находится муниципалитет Санта-Люсия, старинный прелестнейший городок, один из немногих сохранившихся чуть ли не в девственном своем состоянии, вот как построили, так и сохранился. И мы поедем, посмотрим, как же жили аборигены, которые домов не строили, а жили в пещерах. И вы знаете, что все наши маршруты, они культурно-гастрономические. Поехали, посмотрели и покушали. И там мы предлагаем 2 варианта на выбор. Посмотрели Форталесу, это крепость, где жили аборигены и охраняли ее, и вообще такой центр был жизни на острове, в этой части острова. А потом можно вернуться к побережью и поехать в один из лучших рыбных ресторанов. Это Леогора. А не хотите? Решили поехать посмотреть саму Санта-Люсию, вот этот городочек, и покушать там. Там есть другой ресторан, который мы тоже для вас сняли. Пожалуйста, Маша, поставьте юго-восточный маршрут. Thank you.
Ребята, ссылка на видео, я еще раз говорю, подписывайтесь на наши каналы, там есть все видео, и вы спокойно можете все посмотреть это. А такое путешествие, например, как мы показали, которое захватывает сразу три эпохи, это эпоха до конкисты, эпоха аборигенов, и это конкиста, это Санта-Люсия со своей архитектурой, и современные, это рестораны со своей изысканной кухней. Одна это была такая фьюджин морская, а вторая это мясной такой вот настоящий рецепт. Я хочу повторить, что мы сделали ставку в свое время, когда мы думали, ну вот что показать такое интересное, мы делали очень много гастрономических маршрутов. Здесь интереснейшее сочетание, понимаете, это перекресток дорог, перекресток эпох, традиций, культур, поэтому здесь осели такие рецепты, которые, например, во Франции уже не существуют, а здесь сын одной мамы, которая всю жизнь собирала рецепты и готовит, например, он сейчас по рецептам своей матушки Люси, а это рецепт Франции 15-16 века. Я думаю, что во Франции его нет, а у нас он есть. То есть, конечно, надо знать, куда ехать, что смотреть и где покушать. Говоря о гастрономии, мы вам приготовили еще гастрономический маршрут по югу острова. То есть на каждом месте есть, куда бы вы ни поехали, есть места, где можно вкусно и красиво покушать. Поэтому Маша поставит сейчас еще гастрономический проект. И дальше у меня остается немножечко информации о детском отдыхе и спорте. И я передам слово Валентине с более подробной информацией. Маша, пожалуйста. Посмотрели, вы поездили, вы покушали, а дети? А с детьми-то что сделать? У нас же очень развит детский отдых. Поэтому сейчас у нас есть, помимо тех социальных сетей, которые мы вам показали, это на русском языке, у нас есть официальная страница grancanaria.com. Там есть на русском языке, но это переводилось еще до меня. Перевод частями хороший, частями нет, но эта страница будет полностью меняться, и тогда уже выйдет хороший перевод. Там можно смотреть всю информацию, где что находится, там подробные карты, там подробный календарь мероприятий. Дело в том, что на острове постоянно что-то происходит. Я сейчас, можно начать с музыкальных фестивалей, например, джаз. Сейчас идет в отеле Санта Каталина фестиваль классической музыки. И есть очень интересные мероприятия на пляже. И вот я сейчас хочу с вами попрощаться. А вот последняя заставка будет как раз очень красивая фотография нашего пляжа, где чемпионы, олимпийские чемпионы в Токио как раз играют в волейбол. Вот эта заставочка. А последней тогда пойдет информация о том, где находятся какие развлекательные центры, а их довольно много, на Гран-Канарии в южной части острова. Помните, на прошлом вебинаре мы вас водили по старому городу, по музеям, а заканчивали это все в Паэме Дель Мар. Паэма Дель Мар – это совершенно роскошное место, нравится и взрослым, и детям. Но помимо этого есть специализированные мероприятия, помимо отеля, еще и можно поехать посмотреть дикий
Дикий Запад, можно посмотреть много чего. Эта заставочка появится, когда я закончу. Вот, Маша уже поставила. Это на нашей официальной странице. Но в вебинаре вам пришлют запись, вы тоже увидите. А если забудете, где это находится, выходите на официальную страницу grancanaria.com. А я тогда, да, у нас очень много мероприятий, практически каждый, куда, когда бы вы ни поехали, прежде чем отправлять своих туристов, пройдите, проконсультируйтесь, какие мероприятия есть на Гран-Канарии в данный момент. Это может быть интересно. Можно проконсультироваться у нас. У меня к вам большая просьба. Вот вы подписались на наши сети. Ну, мы исходим из того, что вы это сделали. Для того, чтобы снимать дальнейшие видео, мне бы очень хотелось знать и получать ваши вопросы или рекомендации, что вам интересно. И тогда мы идем дальше, потому что у нас планов много, но мне просто необходимо от вас услышать, что вам было бы еще интересно, та информация, которая вам поможет продавать это замечательное туристическое направление. А сейчас покажите мне, пожалуйста, я хочу прощаться. Ну что, я с вами прощаюсь сейчас, передаю слово с удовольствием Валентине Григорьеву, профессионалу, который вам подробно расскажет о курортах и отелях, а я потом вернусь и буду отвечать на ваши вопросы. Да, Виктория, спасибо. Да, мы вместе со слушателями посмотрели ваше видео. Спасибо, Виктория. Мы закончили первую часть лекции от Виктории, именно официального представителя Гран-Канарии, и переходим уже к более практической части. Вторую часть нашей лекции будет вести Виктория Валентина Григорьева. Валентина – представитель туроператора Neo Travel, и она более подробно остановится на отельной базе именно южной части острова. Ждем Валентину. Валентин, подключайтесь к нам, и мы уже будем говорить о именно отельной базе. Уважаемые слушатели, в чате администраторы загрузили все социальные сети Гран-Канария, на которые вы можете подписаться и получать наиболее актуальную информацию. Как сказала Виктория, здесь же вы можете писать свои пожелания. Если вдруг вам не хватает каких-то видео, вы хотите еще что-то увидеть, обязательно Гран-Канария это сделает. Валентина, добрый день. Добрый день всем. Добрый день. Я рада, что Виктория вас уже настроила на волну южного побережья острова. Сейчас я буду закреплять эти знания уже более практичными такими лайфхаками, рекомендациями и информацией. Еще раз напоминаю, уважаемые слушатели, мы сегодня с вами говорим о южной части острова. Валентина, вам слово, включайте вашу презентацию, будем продолжать. Итак. Итак, добрый день еще раз. Сегодня мы будем разговаривать именно о юге, да, и, конечно же, говоря о юге острова Гран-Канарии, нельзя не показать его визитную карточку дюны Мас-Паломас, о которых мы будем сегодня очень много говорить и упоминать. Но прежде чем начать, я позвольте еще раз представиться. Меня зовут Валентина Григорьева, я старший менеджер по продажам на рынках Восточной Европы компании Neo Travel. И сегодня буду делиться с вами информацией по южным курортам. Сегодня мы рассмотрим все касается курортов и также в конце, как выбирать отель, в какое время лучше ехать, какие отели для какой категории туристов мы предлагаем. Если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Мы после окончания моей презентации обязательно ответим и расскажем. Итак, начнем с того, как выбрать курорт. Да, это выбор курорта на самом деле на Гран-Канарии тоже немаловажный момент. И, конечно, начиная все это, мы начинаем по таким пунктам. В первую очередь классификация туристов. Да, кто едет? Семья, молодежь, пара, которая ищет путешествие для медового месяца, или люди, которые хотят просто отдохнуть, забыть о суете, забыть о каком-то там сумасшедшем ритме на работе и вокруг, да, то это, соответственно, нужно понимать, какой турист у нас и для какого туриста мы будем тогда подбирать курорты. Мотивы их путешествия, да, то, что я уже упоминала, или это активный отдых, гулять, ездить, узнавать много нового, или же это пассивное, или это оздоровительное, или шопинг.
или вообще водные виды спорта. Да? У нас на Гран-Канаре очень много возможностей именно для отдыха и активного проведения времени для любителей водных видов спорта. Также немаловажно при выборе курорта иметь в виду отдаленность от аэропорта. Но в случае Гран-Канари здесь очень все просто. Остров довольно компактный. Аэропорт, скажем, расположен посерединке, да, от курортов, от северных и южных. Соответственно, переезд от аэропорта до курорта будет незначительно длительным. Вот, максимально до самого дальнего курорта, если мы говорим, да, это будет минут 40-45, если мы едем напрямую из аэропорта на курорт. Близость к достопримечательностям – это тоже немаловажно, да, если люди едут и хотят отдыхать активно, путешествовать, изучать остров. Поэтому то, что мы говорили в предыдущей лекции о севере острова, да, то, конечно же, ближе всего ко всем достопримечательностям у нас Лас-Пальмас, о котором мы уже рассказали. Вот. Но и с юга также есть курорты, которые мы рекомендуем именно тем, кто планирует ездить и открывать новые места на острове. Немаловажный момент – инфраструктура курорта. Да? Что там есть, куда сходить вечером, где покушать, как передвигаться с детьми, чем заняться на пляже. Это тоже очень важно. Но те курорты, о которых мы будем сегодня говорить, это все развитые курорты, где есть полностью все предусмотрено для полноценного, качественного и активного отдыха. Пляж – это тоже очень важный момент все-таки. Лететь такой, скажем, длительный перелет, да, если мы смотрим. И, конечно же, все равно хочется понежиться на пляже, а на Гран-Канарии выбор пляжей огроменный просто на любой вкус и цвет. Поэтому я буду сейчас рассказывать, когда о курортах, я буду также очень делать акцент и на пляж, чтобы понимали, для кому этот курорт лучше подойдет. Был вопрос касательно пляжей. Соответственно, по пляжам в Испании, а Гран-Канария – это будет число испанских островов, все пляжи муниципальны. Да? Это означает, что нет лично какого-то пляжа-отеля. Но многие отели расположены так, как будто бы это их пляж. Да? Есть некоторые курорты, где очень небольшая бухточка, и, соответственно, ну, как личный пляж этого курорта. Вот, поэтому и плюс то, что пляжи есть муниципальные, есть также и очень много на Гран-Канаре, это около 30 пляжей для нудистов, а нудисты обычно выбирают такие укромные пляжи, дикие, красивые, да, соответственно, в невысокий сезон можно найти пляж, один из 30, где вообще никого не будет, и просто насладиться отдыхом на пляже. Ну что ж, здесь я эту презентацию сразу хочу сказать, что вы получите потом вместе с записью этого вебинара, поэтому некоторые слайды я буду пролистывать довольно быстро, не буду останавливаться на них, очень много акцентировать внимание. Это здесь, чтобы вы видели, да, насколько все-таки близко находится аэропорт от курорта, да, это самый дальний, это вот Пуэрто или Плая-де-Моган, Пуэрто-Моган находится вот здесь, это всего лишь 53,5-54 километра. Ну что ж, едем дальше, и здесь, конечно же, в первую очередь мы начнем рассказ о главной туристической зоне южного побережья острова Гран-Канария, это Маспалу. Вытянулся у нас курорт на 17 километров. Вот, пожалуйста, вот это все называется курортная зона Маспаломас. Но эта зона объединяет 5 курортов, это такие как Баяфили, самый первый маленький небольшой курорт. Дальше у нас идет Плая де Сан-Агустин, Плая Инглес, вот эта вся часть Плая Инглес. И дальше у нас идет Кампо Интернациональ и Маспаломас. И вот эта часть у нас Меланес. Они на самом деле все между собой соединены. Единственное, что вот эта часть, где находятся дюны, да, то прогуливаться тоже можно вдоль моря, но это будет дольше, чем
например, на такси или на общественном транспорте добраться от одного курорта до другого. Ну что ж, давайте более подробно о каждом курорте расскажу в двух словах. Значит, начнем с самого ближнего южного курорта к аэропорту. Да, это Плая де Сан-Агустин. Очень спокойный, демократичный. Множество оздоровительных центров и медицинских клиник. Вы слышали, да, что на Гран-Канарии очень был развит wellness, да, туризм именно для отдыха, для оздоровления. И вот в этом, на этом курорте довольно много таких возможностей. Пляж. 670-метровый пляж, на котором песок перемешается с небольшими камушками, даже, ну, такой мелкой галькой, скажем. Прекрасные пейзажи, ландшафты, вода, как правило, очень спокойна, да, возможно, сильно подводное течение, но это очень редко, но бывает, да, поэтому далеко особо заплывать не нужно. И некоторые отели расположены на возвышенности. Не на самом, как бы, есть отели, которые на уровне пляжа расположены, да, такие как Миллиата Мариндос, но есть отели, которые расположены чуть-чуть на возвышенности, на скале, которые спуститься довольно очень удобно, и продумано все это тротуару, и есть лестница. Это не займет много времени, но чтобы вы имели в виду, да, вы при выборе отеля в этом курорте, на этом курорте, что есть такое, что отели чуть-чуть как бы в горочку идут. Об отелях я буду рассказывать на следующей неделе более подробно. По каждому курорту мы разберем отельную базу. Сегодня мы больше общаемся именно о курортах и рекомендациях. Playa del Inglés. Огромный курорт, очень знаменитый. Веселье, развлечения, дискотеки, бары, рестораны. Все это находится в Playa del Inglés. Если потом будете смотреть, возвращаться в записи, то на карте можно будет видеть, да, что Playa del Inglés, он немножко от пляжа так вверх и тянется. Соответственно, что на этом пляже, несмотря на то, что это известный гей-курорт мира, да, если летом он делит свою клиентуру между другими европейскими курортами, гей-курортами, то зимой он, да, он становится одним из основных гей-курорта. Но есть некоторые моменты, которые я бы хотела сейчас отметить, да, например, тот же самый крупнейший торгово-развлекательный комплекс Jumbo Center. Днем это торгово-развлекательный комплекс, вечером это, да, скажем, самый центр развлечения и отдыха гей-меньшинства. Также касательно пляжа, да, что не нужно думать, что вот Playa del Inglés – это гей-курорт, и сейчас на пляже будут одни мужские или женские парочки. Нет, все-таки пляж очень длинный, почти 3 километра, и шириной 80 метров. Плюс он тянется к дюнам, да, и очень многие любят именно прятаться в дюнах Мас-Паломас и отдыхать там. Поэтому уже ближе к дюнам есть некоторые такие кусочки пляжа, которые именно для нудистов или вот для нетрадиционной ориентации пар. Но несмотря на то, что это считается как гей-курорт, в Playa del Inglés есть очень много отелей, которые именно ориентированы на отдых с детьми. Отели, которые предлагают All Inclusive. Есть на курорте очень много площадок для детей. Как и на территории отеля, да, есть и горки, есть и площадки, мини-клубы, так и на территории курорта имеются тоже детские площадки, где детям можно отдыхать. Плюс рестораны, бары и прочее, это все, пожалуйста, все доступно. Ну и, конечно, для семейного отдыха на Playa del Inglés, это пляж, который... Довольно спокойные воды, да, это пологий вход, очень широкий пляж, поэтому очень рекомендуемо также и для отдыха с детьми. Но нужно просто понимать, что в каких-то, скажем, зонах этого курорта будет больше нетрадиционных пар. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. Мас-Паломас и Кампо Интернациональ. Это то, что я вам показывала, да, за дюнами, это идет
такая часть Campo Internacional, где находится также и гольф-клуб, и дальше уже от него расположены отели. Это главная туристическая зона острова в Мас-Паломас, да, которая разделена. Что мы хотим по Мас-Паломас выделить? Это, конечно же, самый символический пляж на острове. Это дюны, это более 403 гектар дюн. Березовая лагуна имеется, пальмовые рощи, гольф-клуб, как я уже сказала. И пляж начинается у маяка Мас-Паломас и заканчивается пункт, уже ближе к Playa Inglés. Соответственно, Мас-Паломас и Playa Inglés на пляже, они стекаются в одном. Большинство отелей находятся за дюнами, соответственно, удаленность к пляжу будет немножко пугать, но не нужно пугаться этого, так как все отели, которые расположены за дюнами, большинство предлагает бесплатный трансфер до пляжа, который в зависимости от сезона утром и вечером свое расписание отвозит туристов и забирает. Это очень удобно, очень комфортно и практично, особенно с детьми, с семьей, да, которые отдыхают. Здесь уже больше такие отели, да, именно на семейный отдых. Очень многие отели с хорошей инфраструктурой, которая именно для отдыха на территории отеля. Ну и плюс, вот, пожалуйста, перед тобой дюны, очень красивый. Вот этот отель, который на фотографии, это Rio Palace Mas Palomas, да, который, можно сказать, имеет выход прямо в дюны. Не к пляжу, не к морю, а именно в дюны. Ну и в зоне Мас-Паломас у нас один из самых известных курортов, это еще Мелонерас. Если мы посмотрим, вот тут у нас заканчивается дюна, здесь у нас такое озеро, и тут уже начинается пляж Мелонерас, который, во-первых, очень любит и популярен среди местных жителей, да, плюс дайверов любят очень, и по тропиночке можно дойти до дюны, найти в дюнах еще себе укромное местечко, где можно просто устроить романтичный отдых в дюнах и позагорать. Что немаловажно, да, что очень ценится у взыскательной публики за свою элегантность и большое количество 4- и 5-звездочных отелей. Четверочки – это не эконом, это уже ближе к пятеркам, да, это хорошего качества четверки. Также очень большой выбор модных бутиков. Есть такие торговые центры, как Парадеро, да, и другие, которые расположены, вот если мы смотрим вот в этой части, да, вот ближе к отелям. И, конечно же, изысканные рестораны, гольф-поля, плюс немножко отели, более такие ресорт, типа ресорт, на территории которых есть все. Есть разные бассейны для детей, для взрослых, а-ла-карты рестораны, спа-центры. Это полноценные курортные отели, которые позволяют отдыхать как и вне отеля, так и комфортно отдыхать на территории отеля. Ну что ж, мы от Мас-Паломас двигаемся дальше. И по пути у нас будут немало таких, скажем, курортов, небольших курортов, Амфидельмар, Паталавака и прочее. Я из маленьких таких курортов хотела бы выделить два. Пуэрто-Рико и Плая де Амадорес. Они, можно сказать, один за другим перетекают, у них между ними есть также набережная, которая примерно километр протяженности, спокойно можно из Пуэрто-Рико прогуляться до Плая де Амадорес. Здесь некоторые нюансы этих курортов, да, это вот если хотят чуть-чуть уединиться. Пуэрто-Рико идеальный климат, ровный, комфортабельный. И даже зимой там температура всегда так, где-то от 20 до 25 градусов тепла. Осадки выпадают очень редко. Плюс небольшой пляж, это бухточка, да, которая примерно 300 метров. И очень такой золотистый песок и прекрасный вид на порт имеется. И здесь очень любят также отдыхать те, кто любит спорт, водный спорт активный. Это водные лыжи, дайвинг, виндсерфинг, рыбалка, все это там имеется.
Дальше, если мы от Пуэрто-Рико вдоль набережной пойдем прогуливаясь, да, примерно в километре находится Плая де Амадорес, очень красивый пляж, он пляж и океан без волн, так как он защищен двумя такими запрудами. Мягкий золотисто-белый песок, кристально чистая вода. Там очень спокойно. Также есть очень такой момент для пляжа, удобства для людей с ограниченными возможностями. Даже есть возможность опустить воду с коляской. Это тоже очень важно для людей, которые отдыхают на коляске. Это очень-очень важный момент. Здесь вот можно видеть карту, я ее не буду рассматривать, вы потом спокойно это все в презентации посмотрите. Вот долина, можно сказать, Плая де Пуэрто-Рико, вот этот пляж, вот этот порт, да, и вдоль морюшка по променаду можно дойти до Плая де Амадорес. И вы видите, он полностью почти защищен, есть такого центра, имеются все там, возможности для хорошего качественного отдыха. Все это имеется, даже несмотря на их маленькие размеры. Еще один курорт, о котором очень хотелось бы сказать, это Пуэрто де Моган, это, можно сказать, самый дальний, или Плая де Моган. Это живописный курорт и рыбацкий поселок, расположен в устье Крутой долины. Да, это все на следующем слайде будет карта, вы увидите. Каналы, связывающие Марину с Рыбацкой гаванью, стали причиной того, что курорт прозвали «Маленькой Венецией» или «Венецией Канарских островов». И на самом деле, прогуливаясь по Марине, по части, вы немножко окунетесь, скажем, в Венецию и в итальянские колорит. Но колорит еще также придает живописные низкоэтажные дома в андалузском стиле. Они беленькие, небольшие, усажены цветами, кустами, очень так все романтично и спокойно, там такое ощущение, что немножко так время останавливается. Ну и, конечно же, имеется прекрасный пляж из золотого песка, еще винограда голубого флага и все необходимые услуги, как и активные все водные виды спорта, так и на пляже есть подход, довольно удобно с детьми с коляски спуститься. Пляж небольшой, вы видите на фотографии, но для такого небольшого курорта достаточно. Вот, отели уже уходят немножко туда вглубь, но это буквально 3-5 минут пешком до пляжа. И здесь не выделяла отдельно, да, вот тут есть пару карт, и хотелось бы немножко о Таурито, да, так как там тоже имеется... Очень интересные отели. Это небольшой и вообще сравнительно недавно построен курортный городок, примерно 53 километров от аэропорта, и разместился в небольшой долине между Порто Моган и Пуэрто-Рико. Да, получается, он посерединке. И на данном курорте пляж создан искусственно и покрыт таким сероватым темным вулканическим песком. Да, он небольшой, вот вы его видите здесь. И, соответственно, отели располагаются по бокам, по сторонам такой, скажем, активной зоны, где можно провести время. Итак, с курортом, надеюсь, мы разобрались. Это все у вас презентация останется. Как видите, шпаргалки, вы сможете посматривать. И дальше нам нужно выбрать отель. Да, очень сложно выбрать отель на Гран-Канарии, потому что их очень много. Отели на любой вкус, все категории звездности, от апартаментов без звезды до 5 лакшери отелей. Имеются также и парадоры, имеется агротуризм, да, сельский туризм. Но если мы говорим о южной части, да, то это в основном отели, апартаменты, или минимум там 1-2 звездочки, да, до 5 звездочных. Плюс также размещение возможно с любой опцией по питанию, от рум-онли, да, без питания, до все включено. Очень многие отели на Гран-Канаре предлагают все включено, и об этом мы будем потом уже рассказывать, я буду рассказывать, когда об отелях уже более подробно. Плюс отдаленность от пляжа и океана, мы также, когда будем разбирать отели по курортом, я буду выделять, да, какая отдаленность до пляжа.
Но, как я и говорила, да, например, отели в Мас-Паломас, которые отдалены и находятся за дюнами, то у большинства отелей, конечно, предлагается трансфер до пляжа. И это совсем не минус, а даже плюс. Плюс дополнительные сервисы на территории отеля. Да, что это может быть? Это спа, это массажи, это тренажерные залы, а-ла-карта рестораны, помимо основного ресторана, да, это мини-клубы, джуниор-клубы и разные другие анимации, дневная и вечерняя. Плюс концепция отеля. Есть only adults отели, очень довольно небольшой, довольно большой список отелей, которые именно только для взрослых, от плюс 16, плюс 18, в зависимости от отеля. Есть family friendly, где на самом деле продумано все для отдыха с детьми, чтобы именно и родители могли отдохнуть, и детям было чем заняться, и мини-клубы, и детская анимация, и питание в ресторанах также продумано для отдыха с детьми. И, конечно, есть day friendly, которые ориентированы также не то, что они себя позиционируют only friendly, only gay, gay only, но имеется разная категория и также могут встречаться пары нетрадиционной ориентации. Сезонность. Вот здесь я вам маленькую шпаргалочку подготовила. Это личные, скажем, такие материалы, которые делюсь сезонностью. Да, когда низкий сезон, когда средний сезон и высокий сезон. Здесь на самом деле очень все просто. Все, когда у нас праздники, да, новогодние праздники, это высокий сезон, с середины июля до, можно сказать, конца августа, когда месяц и период отпусков в Европе и в Испании в том числе, это также высокий сезон, когда у нас октябрь-ноябрь, это в основном это осенние каникулы в Европе, да, и еще такое, скажем, межсезонье, между летом и зимой, очень комфортабельное, комфортный климат, комфортный отдых, соответственно, он будет не самый дешевый период. И февраль-март, февраль это, конечно же, период карнавала, это на Канарских островах, это всегда февраль-март был, таким, скажем, средним сезоном, но и лето, как ни странно, и межсезонье, сентябрь и начало декабря, это считается низким сезоном. Есть некоторые отели, которые немножко отходят от этого, скажем, сезонности, календаря сезонности, но большего, вот это большего, можно сказать, вот такой. Плюс очень важно, да, например, в январе после праздников очень многие правильно поступают и едут куда-то отдыхать, потому что именно после праздников, а в Испании это примерно уже начиная с 7-8 января можно спокойно ехать, потому что тарифы уже будут на отеле намного ниже. Ну, и в зависимости от сезонности тоже здесь глубина продаж, глубина бронирования тоже очень важна. Гран-Канария очень популярна и любима на европейских рынках, да, поэтому очень рекомендуем хорошие отели на высокие даты бронировать заранее. Почему? Потому что Европа бронирует как минимум так, за полгода, да, а есть даже некоторые, которые вот вернулись с путешествия и забронировали сразу на следующий год. Глубина продаж именно, скажем, и бронирование довольно большая, и ждать last minute, ну, это можно было в прошлом году, да, когда была пандемия, и то таких скидок не было, потому что очень мало отелей было открыто, соответственно, те, кто были открыты, они заполнялись по той цене, по которой они хотели продавать. Соответственно, не ждите last minute горячих там, предложений, особенно если мы говорим октябрь, ноябрь, конец января, конец декабря и январь и февраль-март, то там лучше эти месяца бронировать заранее. И по ценовому диапазону мне хотелось пару слов, да, прокомментировать, чтобы вы немножко понимали ценовую политику по отелям. Если мы говорим об апартаментах, да, one bedroom, например, там 2-3, максимум 4 человека, то за комнату невысокий, да, и такой, скажем, средний
средне-низкий сезон, то это будет около 30 евро за комнату, да, что не так уж и дорого. Если мы уже говорим об отеле трехзвездочном на завтрак, как минимум, да, то это от 50 до 55 евро за номер на двоих. Это будет, например, Fly English, если мы говорим уже чуть-чуть дальше, в другую, там, Порто-Рико или Порто-Моган, да, то там уже цены будут чуть-чуть выше, соответственно. Четырехзвездочные отели, если мы смотрим, даже в хорошем, спокойном, да, Порто-Рико, например, то это от 60 до 75 колеблется, да, за номер на двоих человек. Ну, а пятизвездочные отели здесь уже, вы знаете, да, бывают пятизвездочные разных категорий. То, что это 5 звезд, это не значит, что они все одного уровня. Самый такой, скажем, эконом пятизвездочного отеля проживания обойдется где-то 120-130 евро на завтраках за номер за двоих и максимально доходит до 300 и даже выше, да, если мы еще говорим о каких-то отдельных виллах и апартаментах и больших номерах в отеле. Но имейте в виду, что в такой зоне, как Милонейрос, да, то и четырехзвездочные отели могут стоить дороже, чем пятизвездочные. Да, на это удивляться не нужно, соответственно, даже некоторые, как вот Лопесан Милонейрос, который, да, расположен, скажем, на первой линии, только после реновации отель с очень зеленой такой территорией, он 4 звезды. У него цены иногда в некоторые периоды дороже, чем в некоторых отелях в той же зоне 5 звезд. Ну что ж, дальше будут рекомендации. Я не буду перечислять все отели, которые мы рекомендуем. Мы о них будем рассказывать уже дальше в следующих наших двух лекциях. О каждом курорте я разберу, какие отели в каждом курорте мы рекомендуем, да, и для кого лучше. Здесь для вас именно такой, как вспомогательный инструмент, это отели для отдыха с детьми. На что базировались? На то, что есть вся инфраструктура на территории отеля для отдыха с детьми. Мини-клубы, бассейны, в ресторане, да, горки. Это все, что, скажем, или же отели, которые предлагают даже совмещение как минимум 2+2 или даже еще с 3 детьми. Вот, здесь есть разные категории, от 5-звездочных отелей до 3-звездочных, самые, скажем, такие топовые рекомендации, которые мы рекомендуем именно для отдыха с детьми. Здесь, я думаю, вы уже посмотрели, да, что это все основные цепочки, которые представлены на Гран-Канаре, на Южном побережье. И если мы говорим о Adults Only, и Adults Only не только, скажем, для людей, которые любят тишину, покой без детей, но отели, которые ориентированы на отдых молодежи, да, и это те, которые расположены, например, Fly English, и именно что молодежь днем у бассейна отдыхают, вечером ночные клубы, у них немножко даже в некоторых отелях, вот Only Adults, завтраки начинаются позже, чем в других отелях, потому что понимают, что после вечерних отдыха молодежь будет отсыпаться, и никто в 7 утра на завтрак не придет. Здесь вы также видите, да, что есть разные категории, да, есть 5-звездочные отели, есть 4-ки, есть тройки и двушечки даже, которые реально для молодежи, которые, там, например, планируют большую часть кататься по острову, а вечером там, гулять, отдыхать или там, на пляже покорять волны Гран-Канарии. Поэтому здесь на разные категории туристов имеются также отели Only Adults. Это не только там, дорогие отели и не только для гей. Да, есть некоторые отели, которые... если вбить гей-френдли отель на Гран-Канаре, они будут, да, появляться в списках, но такого, что ориентированы они только на эту публику, нет такого. И, конечно, для VIP-клиентов, какие отели мы рекомендуем, это, конечно же, цепочка Лопесан, Риу, Сисайд, Радисон, Илья, Боэмия, Бикордиаль, тоже, да, очень хорошие. Это в основном все 5-ки,
и Милонерос четверочка, которая также для VIP-клиентов подойдет, если мы смотрим выше, чем стандартный номер. Эту презентацию вы увидите, вы получите, поэтому здесь мы уже можем видеть резюме нашего, скажем, обучающего курса. Да, спасибо огромное за внимание. Дальше две лекции я буду читать и разбирать именно по отелям, поэтому готовим вопросы. Если сейчас есть, мы через время вернемся в прямой эфир и ответим на ваши вопросы. Спасибо большое. И, Олеся, я передаю эстафету вам. Да, спасибо большое, да, Валентина. Да, закончите, пожалуйста, демонстрацию экрана вашего. Да, еще раз большое спасибо Валентине. Она так подробно нам рассказала о всех островах. Мы приглашаем к нам Викторию еще, чтобы вместе ответить на вопросы, которые нам задавали наши слушатели. На некоторые ответы, прям вот я смотрю, Виктория отвечала в чате, да, на некоторые вопросы были ответы. Давайте я еще раз пройдусь. Ну вот, на Гранд-Канарии есть отели со своими пляжами или все пляжи муниципальные? Я уже ответила, да. Да, давайте еще раз повторим, да, чтобы для всех это было. Да, на Гранд-Канарии все пляжи муниципальные, просто отели некоторые могут располагаться так, что как будто бы он принадлежит отелю, но туда могут прийти как и местные, так и с других курортов приехать. Это не собственные пляжи отеля. То есть в любом случае, да, мы говорим о том, что пляжи муниципальные, но у некоторых отелей есть выигрышная позиция, да, если они стоят около каких-то небольших бухточек, да, и можно считать, что прям пляжные. Угу. Про социальные сети был вопрос, еще раз социальные сети повторили в чате, мы о них говорила Виктория, мы их всегда высылаем в своих рассылках, чтобы вы подписывались, потому что в этих сетях есть информация не только та, что мы рассказывают наши лекторы в лекциях, но и много-много дополнительного материала. Идем дальше, да, слова благодарности, ссылки на видео, да, это опять же те же социальные сети, о которых говорит Виктория, там все видео, вы еще раз их можете пересмотреть более внимательно, да, вот наши социальные сети повторили вам. Можно ли загорать в дюнах? Да, Виктория ответила, да, потому что я знаю, что некоторые страны запрещают это дело, дюны – это охраняемые территории, на Гранд-Канария все возможно, даже вот некоторые отели, вот Валентина рассказывала, есть прям с выходом в дюны, и это как вот такая особенность, да, и даже какое-то конкурентное преимущество перед остальными. Да, дюны – это природный парк, он охраняемый, но охраняемый в том плане, что здесь его постоянно о нем заботятся, чистят, но абсолютно все можно ходить, загорать, гулять, все что угодно, играть в волейбол проводится. Совсем близко к отелю Сисайд, есть у нас такая цепочка Сисайда, там стоят два отеля, они прямо на дюнах стоят, и одна – это Гранд Резиденция. Рядом находится озеро заповедное, соленое, такое полусоленое озеро, и там вот там огражденная территория, небольшая совсем, просто вот так ограждена именно это озеро, граница озера, и туда просят не заходить, не пугать тех птиц, которые прилетают и улетают. Прилетают на Канары, преодолев тысячи километров и улетают отсюда. Вот, пожалуйста, не беспокойтесь. Все остальное ваше. Спасибо большое. Да, я смотрю, это все наши вопросы. Наши слушатели благодарят и Валентину, и Викторию за презентацию. Спасибо большое, наши слушатели, за то, что вы вот более часа слушали внимательно. Мы сегодня говорили о южной части острова. В следующий раз мы встречаемся через неделю и будем более подробно говорить о отельной базе. Сегодня Валентина и Виктория лишь вскользь говорили о каких-то отелях. Да, Валентина нам показала списки наиболее рекомендуемых для того или иного вида отдыха. Но на следующих наших лекциях мы уже более подробно будем говорить о каких-то отелях, о их особенностях. Также не забудем и места посещения на Гранд-Канарии и гастрономические туры. На потому что я буду говорить именно об экскурсиях. То есть дальше мы уже разобрались более-менее, откуда вы будете уезжать, и теперь надо разобраться, а куда же вы поедете. То есть моя лекция будет больше посвящена экскурсиям по острову.
Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нам через неделю. Лекции будут очень интересными, информативными. Это поможет вам в дальнейшем более профессионально составлять туры и продавать Гран-Канария своим клиентам. А на сегодня всем большое спасибо. Большое спасибо нашим лекторам Валентина, Виктория. Спасибо большое нашим слушателям, которые были с нами на протяжении всей нашей лекции. И встретимся в следующей неделе. Всем хорошего дня. Всем спасибо.